Данного коня зовут Казауат, он из станицы Зеленчукской, ему полных 7 лет. Он очень дружелюбный, спокойный, мы с ним подружились, и сегодня он будет участвовать в выставке. При виде этих коней сердце замирает. Мощь, красота и грация карачаевской лошади восхищает людей уже на протяжении многих лет. Эти гордые животные в первую очередь отличаются своей выносливостью. Цель выставки – это вот именно популяризация, чтобы молодежь, которая на сегодняшний день находится, так сказать, на распутье дорог, то есть много соблазнов, чтобы прежде всего, чтобы молодежь привила вот эту любовь, которая должна жить в наших генах. Присутствуют все районы, вот, и близкие, и кто более отдаленные районы, все они на сегодняшний день все участвуют, присутствуют на этих мероприятиях, вот, что, в принципе, не может не вызывать определенную радость, да? Эти кони обладают отличной памятью, поэтому могут сами вспомнить дорогу, по которой ходили даже несколько лет назад, и привести человека домой. Как тебя зовут? Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал сегодня на выставку? Меня зовут Алан, я приехал из Старшевой. А сколько тебе лет? И как ты 8. Не боишься лошади? 8? А сколько ты уже верхом? 6. 6 лет? Житель аула Кызыл-Урук Аслан Текеев с нетерпением ждал наступления этого дня. А коня своего для выставки он готовил долго. «Любовь спасет мир», уверяет молодой конник. И к своему питомцу он также относится с особым трепетом. Принято считать, что езда верхом поднимает настроение, добавляет уверенности в себе, как бы помогает справляться с депрессиями, стрессами. Ну, что вы по этому поводу думаете? Вообще согласны с этим? Я с вами полностью согласен. Езда верхом помогает и здоровье очень, и расслабляет духовность. Все это очень полезно, ездить верхом. Что я могу сказать? Это даже невозможно выразить словами. Надо это видеть, ездить, скакать. Лошадь – это сила. Выводя своих лошадей друг за другом на импровизированную арену, коновладельцы демонстрировали членам экспертной комиссии лучших на сегодня жеребцов карачаевской породы. Оценивались кони по двум номинациям – молодые 3-4 лет и старше 5. Карачаевской породы очень отличительно сухожильно-связочный аппарат, очень крепкий. Редко бывает, что карачаевские лошади хромали. И самое главное, сердечно-сосудистая система. А вот и начали выявляться победители. Среди лошадей младшей возрастной группы из многих голов предпочтение было дано жеребцу Карджурт, владельцем которого является Руслан Чотчаев из Зеленчукского района. Именно когда в финале одинаковые кони остались, два жеребца, тоже вороны одинаковые. У моего преимущества было по уходу. А этот конь по кличке Добрый стал победителем в старшей возрастной категории. Его хозяина переполняют эмоции. Ну еще бы. Ваш конь Добрый сегодня занял первое место. Ваши впечатления? Вообще, почему именно ваш конь? Как вы думаете? Наверное, благодаря народу. Спасибо народу, спасибо парням, которые поддержали. Все свои знания, как простые истины, коневоды передают друг другу из поколения в поколение. Ведь только тщательно их соблюдая, можно сохранить это древнее, но по сей день необходимое ремесло. И, как уверяют организаторы, выставка-выводка жеребцов карачаевской породы отныне будет носить ежегодный характер. Айгуль Баранукова, Заур Лиев, Далиль Мирза, Архыз 24.